В Хабаровском крае обнаружили крупную партию нелегальной икры. На трассе Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре за превышение скорости инспекторы остановили катафалк. Водитель объяснил сотрудникам ГИБДД, что спешит доставить тело родственникам. Однако при обыске под венками обнаружили сумки с черной икрой. Еще более сотни контейнеров с деликатесом были спрятаны прямо в гробу. Тело покойной стражи порядка так и не нашли, зато изъяли полтонны контрафактной икры осетровых рыб. Служащие ритуальной фирмы заявили, что гроб им принесли неизвестные, которые заплатили за перевозку 25 тысяч рублей. Теперь икра находится на ответственном хранении, а водитель и его помощник под следствием. Полиция пытается установить всех причастных к незаконной перевозке деликатеса.